Меня зовут Глеб Скачков. И я вам подскажу, как купить недорого бушный автомобиль и не попасть при этом на дорогой ремонт. Приступим. У нас есть черный автомобиль китайского производства. Мы осмотрим толщину, замерим толщину краски на задней ляде багажника этого автомобиля. Как мы видим, толщина краски заводская. Что я не могу сказать про эти зазоры? Как ее собирали? Тут у меня палец, видите, не влазит. Зазор примерно 0,5 миллиметра. А тут он у меня спокойно помещается. Ну что ж, посмотрим дальше. Видно, что он не сильно был аккуратен вместе. Поскольку были щесы, то, что она стоит на спущенных колесах и на подпертых палках, это опять-таки показывает, какой водитель умница. И мы еще смотрим на состояние колеса. На состояние колеса мы посмотрим. Тут была авария и вырвана стойка. Замена стойки вам обеспечена. С рычагами, с кулаками, с стулками. Так, дальше мы смотрим сюда, на эту часть автомобиля. Так, посмотрим. Крышу сегодня замерять не буду. Это вы увидите в следующих видео. Мы посмотрим. Сейчас включится. Сейчас протрем. Опа! И что мы видим? Мы видим здесь состояние, лакокрасочное покрытие, как на заводе. Правда, она уже битая, правда, она уже начинает ржаветь. Посмотрим на ее состояние порогов. Я так несколько замеров буду делать. Состояние порогов, опять-таки, не битого автомобиля. Эти места битые обычно находятся в автомобиле. Особенно вот это место. Сюда постоянно все любят бить прям. Такое чувство, что они прям целятся сюда. Как видите, состояние автомобиля этого, он находится в заводской краске. Но внутри мы увидим в следующих видео. Идемте дальше.